Всем доброго времени суток, с вами HardFM. Если вы помните это место и помните эту игру, то это Dark Souls. А вот это место, это пещерка босса The Rotten. Сегодня стартует DLC Crown of the Sunken King, то есть, если не ошибаюсь, корона утонувшего короля. Ну, неважно, потом можно будет пересмотреть перевод, в принципе. Суть в чем? В начале DLC вам дается, вернее, в начале игры вам дается вот такой вот ключ. Коготь дракона. Указывает путь в неведомые земли. Ну там, если хотите, почитайте. Здесь, в принципе, не так много интересного. Вот. Мы попадаем к боссу The Rotten, мы его убиваем, и мы проходим в открывшееся позади него, прямо напротив входа. Вход вон там. Прямо напротив входа открывается новый проход, сундук. Ну и костер. Я, кстати, еще болею, поэтому немножко гундосю, да и, наверное, буду прерываться из серии «Отойди так по делам туда-сюда». Упс. Случайно сделал малость не то. Я костер разжигал просто. А он же главный костер, он отправляет назад Маджулу, блин. Ну ладно. Заодно еще раз покажу весь путь из грязи в князи, так сказать. Ну, это не суть. Это все для слабых. Единственный минус — пробегать опять мимо этих дурацких статуй, которые плюются ядом. Такие они, не очень. Ау. Jesus Christ. Хоп, хоп. Так, ладно. Это мы прошли. Это испытание. Собственно, это первое из трех DLC, которое будет, причем следующее будет где-то в сентябре, а потом в декабре, если не ошибаюсь. Ну, не суть. Пока что обещают сколько? 10 часов? Или что-то около того? Но я что-то сомневаюсь, что 10. Ну, хотя бы 5 часов уже будет немало. 5 часов геймплея в DLC, это ж, ну, неплохо. К тому же DLC такого, Dark Souls... 5 часов, опять попа боли, опять страдания. Почему бы и нет, собственно? Сим-сим, откройся. Ну, так сказать, знаменательный момент. Перерезаем ленточку. Проход в новые земли можно считать открытым. Ну что ж, приготовимся. Я думаю, будет не очень весело. Сталгримовые залежи, видите? Видите? О боже. Мне это напоминает фалмерские руины немножечко. Чуть-чуть. Самую малость. Оп. Ништяк. Драконий талисман. Угу. Кстати говоря, с такими темпами можно будет потом вернуться к PvP-сериям опять, если наберу драконьих талисманов. Или там что-нибудь еще. Ух ты. Замыленные пирамиды Майя. Замыленные водопады, замыленные сталактиты. Там какие-то монстрики. Фига. Фига себе. Шульва, священный город. Вы точно ничего не имеете общего с Майя? А то как-то уж больно похоже. Воу. Так, ладно, с тобой потом поговорим. Смотрю, это эти какие-то... Как их? Динозаврики? Зато ништяков-то много. Ладненько. Так, давайте черную кота. Ты кто? А как ты можешь двигаться с проткнутым сердцем, парень? Ну, видимо, я с тобой встречусь попозже. В качестве босса, да? Да, игра настолько начинает, ну, знаете, уже такая предсказуемая из серии. Костер впереди. Да ладно, правда. Чит ты. Я ж не маг. Я ж не Гарри Поттер. Снизу смотри внимательно. Так, а вот вопрос. Наверху что у нас?
А то я так побежал вперед. Вот здесь вот что. Привет. На, вот так. Даже побегаем в две руки. Почему бы нет? Хотя... Ребята, что-то вас тут много. Ай. Ау. Так, ладно. Все нормально. Все хорошо. Он меня тыкнул ножом. Ну ладно. Так, давайте немножко спринтанем чуть-чуть назад. У меня сейчас такое маленькое ощущение, что я чуть не огреб. Так, ладно. Давайте сначала с вот этим. Или с тем. Все очень-очень плохо. Так. Я превратился в крокатицу. Давно не играл в Dark Souls. Немножко разучился. Главное, чтобы мне сейчас стрела не прилетела. Она может. В самый, так сказать, неподходящий момент. Ну ладно. Хотя, конечно, эти ребята, они ж не сильные. А я так уже просел на целых. Чуть не умер два раза. Воу. А я и забыл, что так можно делать. Не, ну так-то изи-то. Лежать. Ну все. Самоцвет жизни. Нам надо бы их потом закинуть, что ли. Ням-ням-ням-ням-ням. И сюда можно, и туда можно. Везде можно. А нужно ли? Да нужно, в принципе. Так. Уважаемый. Ну ё-моё. Надо было колечко одевать. Кошачье. А то я что-то... Чё-то я не очень. Ну ладно, сейчас разыграемся. Нэм. Вот он, Дарк Сольщи. Да или мечик у меня не очень. Ну, суть не в этом даже. Да боже, ты еще и хилиться хочешь? Может помочь в дальний бой? Ну пускай помогает. Ау. Я еще и промахнулся. Ну, пипец просто. Ау. Так. Да ё. Как так-то? Так, ну-ка ты. Прям в голову. Угу. И последний. Так. Угу. Стрелок. Найти стрелка. Я тебе вроде в голову стреляю, нет? Вот так вот. Ну ладно, не суть. Готов. Там, кстати, видите, парень качал головой так. В такт прям. Ну-ка. Вы чё, эл? Вы совсем офонарели, да? Без гостей тут сидите себе давным-давно. Так я вас научу гостеприимству, ребята. Нехорошо поступаете с людьми, которые к вам с добром, а вы... А как вы к ним относитесь, да? А вот это-то как прошла, мимо? Ой. Ну?
Отлично. Просто супер. Я не знаю, конечно, в кавычках все это, блин. В крайне больших кавычках, потому что, ну как так можно? А это что такое? Пинь. Я так и знал. Эл. Ну. Все. Готов. И я, как понимаю, надо было запрыгивать на нее, да? Нет! Боже, нет! Что случилось? А, ну как бы норм. Сейчас, единственное, колечко одену. Другое, на всякий случай. Что оно там дает, я забыл. Ладно. Ага, понял. Давайте, где там колечко кошки? Кошка, кошка, кошка. Вот оно. Пинк. Теперь у меня вопрос. Нет, так не получится, жаль. Значит, надо прыжочком. Я просто почему не хочу особо прыгать, потому что, ну, там у меня 20 тысяч душ валяется, а тут я могу и промахнуться. Зная меня. Ну, блин. Боже. Кстати, я вижу там такую штуку, давайте сбегаем туда же. Сейчас такой мост поднимается, да? Я бы не удивился. А, нет, еще круче. Прикольнее. Ну, так, ладно. А, нет. Вот этого я и боялся. Ну ладно, 20 тысяч душ, хер с ними. В принципе. В принципе, хер с ними. Ну блин, все равно грустно. Я хочу все ништяки собрать. О. Как так, черт побери. Хотя, в принципе, я знал, что это произойдет. Рано или, мать его, поздно. Так, я помню, ты здесь лежишь. Уже все. What the fuck? А, понял, он стоит за ней теперь. Ну а что, кстати говоря? Неплохо. В плане... Защита неплохая получается. Хилиться будешь дома. Борща испить решил. До конца гейминг. Так, этот парнишка там чё? Стоит. Ну, пусть стоит. Дальше. О, боже. Ладно. Давай сюда. Как я по нему сейчас не попал? Что за гон? Так, и... О, два, аж два. Ну-ка, все. Да, старый добрый Dark Souls. Старый бодрый Dark Souls. Давайте похилимся, что ли? Столи. Я хочу вот эту штуку. Игра, ты меня не сможешь остановить. Сколько бы мне не нужно было умереть, я ее заберу. Паньк. О!
Я тут. Кварцевое кольцо тьмы, плюс 3, что? Что это вообще такое? Оно что ли? Нет. Окей. Не то чтобы оно мне прям нужно было, но maybe, maybe. Так, а давайте-ка знаете, что сделаем? Ух ты. Я там кого-то увидел. Вернем. Есть у меня маленькая подозренница. Малюсенькая такое. Вернем на место вот эти две штуки. И пробежим вниз. Единственное, как пробежим вниз? Ну, не знаю. Наверное, вот так. Так, сзади нас никто не атакует, нет? И то хорошо. Угу. Ну, подозренница была... Подозренница была из серии, а что если мы ее опустим и можем куда-то пройти? Сможем куда-то пройти, вернее. Фига, там еще ниже есть. Ну, я подумаю на эту тему потом. Потом. Так, ну давай. Че, я рыжий, что ли, да? Иди сюда, иди сюда. Воу, рапира. Рапирщик. Нет. Камень яда. Автор, выпей яду. Так, что тут у нас? Не шибко. Опа. А это не красный ли фантомчик там? Не? Мать вашу, нет. А, так оно еще и двигается. Ну хорошо, хоть так быстро уходит. Опа. Фига. Фига. Что за... Какая... Кто это сделал? Признавайтесь. Какой, суки, жизнь дорогая. Вернее, не дорогая, ну ладно. Стоял я тут, прилетел откуда-то оттуда. Да! Мать твою. Давайте-ка отопьемся пока. Как раз идеально отпились прям. А, слушайте, секундочку. Есть у меня маленькая подозренница. Ба-бам. Ну-ка. Вот это нифига себе. Ты откуда? Давай. Да. Ладно, Эсус. Естус. Ломает эквипмент опять. Да, нахрен это дерьмо. Мне эквипмент дорог. Так, давайте-ка я отойду подальше от этого, а то еще обольет меня в свежая водичка. Не знаю, зачем я просто все это разрушил, но... Думаю, во мне был такой дух уничтожения. Так. Ну, it's easy. Easy. Easy breezy. Угу, вот оно где, а я-то думал. Готов. Наверх. Что у нас тут наверх? А, вот он, этот ништячочек. Ядовитый укус. Кольцо ядовитого уксуса. Это твои-то налево. Сколько тебя можно колупать? Пум. Обожаю кольцо кошки. Ни хп не потерял.
при, казалось бы, такой высоте, да? Обычно человек бы ноги поломал. Можно и вниз, конечно, но не нужно. Мы пойдем другой дорогой. Кстати говоря, вспоминаю все. Red Alert 2 недавно установил. Такая няша. Такая милаша. Good old Red Alert 2, так сказать. Не, реально очень крутая штука. Конечно, поиграл я потом еще и в третий, но... В общем-то... Две разные игры, скажем так. Небо и земля. What the fuck? А, ну здесь можно перепрыгнуть, ладно. Можно. Никто не спорит. Если только уметь прыгать, да? А, даже так можно. Все. Изи. Вы это видели? Это миграция трупов называется. Трупы сами падают в бездну, чтобы самоуничтожиться. И не появиться в следующей игре. А, собственно, для чего я сюда шел? А, вот для этого? Понял. Ну ладно, пусть она пока двигается, а мы... Устроим дестрой. Так. Я вот даже не знаю, туда ли мне идти? О! О май гот! О май джизус! Fuck you. Так ты еще и Мать твою, так ты еще и двигаешься? Кто, блин? Какой, суки, пришла в голову мысль тебя еще поставить на ноги, так еще и неубиваемо сделать? Да ну вас нахрен. Разработчики, вы че? Сколько бугуртов было на тему этой херни, так она еще теперь двигаться стала? Вы серьезно, мать вашу? Так, ладно, это там стреляют, тут стреляют. Да ну вас нафиг, ребят. Пойду вон туда. Вот сюда. Ага. Где ты? Где ты? Где ты? Мать твою. Да боже. Я слышу, оно где-то там. Или это звук просто паучков здесь? Ну, жучков-паучков. А их даже нету, фига. Ладно. Корона утонувшего короля. А их, кстати, говорят, три. Потом еще будет корона короля страданий. Нет, это будет последняя. А, корона старого железного короля. Тоже мне. Разложился, начал пердеть. Так. Предмет. Грипп Элизабет, кстати. Хорошая тема. Ладно. Отставить. Так, давай-ка я похилюсь, а ты там пока постой. Ау. Отлично, все. Ты труп, мужик! Однако. Катана уже почти поломалась. Что первая, что вторая. А вот теперь вопрос. А, точно, через верх. Все нормально. Не обращайте внимания. Я просто немного туплю. Насморк мешает думать. Потому что думаю я носом. Так. Разбежавшись, прыгнул со скалы. Вот я был, и вот меня не стало. Отставить. Здесь можно вниз. Блять. Да пошел ты. И друга своего забери. Уроды, блядь.
Ну кто так делает? Так, ладно, последняя фляга. Кстати, надо будет эти поставить, как их? Так, я забыл. Боже. Забыл совсем, как это сделать. Ё-моё. Позиция по умолчанию... Нет, есть. Вашу мамашу, я забыл, как это сделать. Использовать, да. Именно это мне нужно было. Ой, ладно, черт с ним. Что-то я забыл совсем, как это сделать, надо будет пересмотреть. Так, что у нас тут? А тут у нас что? А там у нас что? Что? Кто? Ага, понял. В любом случае сюда вернемся, типа. Окей. What the fuck? Нет, секунду. Ок. Ну, блин. Ё-моё. Ладно, черт с ним. Если что, просто как-нибудь похилюсь. Ага, лучника я вижу. Давайте забежим сюда. Проверим на собственной шкуре, где тут у нас вороги. Проверил уже. Вовремя я среагировал на парня. Так, ну, вставай. Или не вставай. Так, что у нас тут? Путь вниз. Не хочу проверять, куда он ведет. Так. Ништяк. Сушеный корень. Не знаю, что это такое. Наверное, петрушка. Так, магический болт. Ну... Нет. Ау. Щит. Вас двое? Нет, вас трое. Нет, вас больше. Вашу мать, бежим. Я сожалею о том, что я сделал, ребята. Можно? Мы будем друзьями. Блять, как долго. Так, это раз. А где следующий? А вот ты. Стоять. Ладно, можешь двигаться. Разрешаю. Все очень-очень плохо. Так. Давайте-ка сделаем вот так. И все-таки подумаем на тему, как
его поставить. О, факин щит. Ладно. Ладно. Окей. Окей. Так. А, все, вспомнил, боже мой. Все. Что-то я совсем уже настолько давно играл, что я отбился малость. Вернее, выбился из ритма Dark Souls. В общем, не, сейчас все вернется. Сейчас все вернется на круги своя. Круги своя. И разошлись они как в море корабли. Что-то у меня уже все поломанное просто. В хламину. Ну, благо, есть другие клинки. Твою мать! Бля, почему у меня такое ощущение, что я не хочу туда пытаться прыгать? А, ребят? Fuck my life. Like there is no tomorrow. Ну зачем я это сделал? Я ж ведь... А, не, чё-то могу, оказывается. Ладно. Все оказалось чуть лучше, чем я думал. Кстати, надо заменить катану. Что у меня есть? Уничтожитель прокачанный. Синее пламя? Серьезно? Дранглик. Ути Гатана, ути. А, давайте на уничтожителя. Бог весь, ну, хрен знает что, но лучше уж, чем поломанная черная катана. Чуть не упал. Ребят, а где здесь бонфайр, а? М? Пацаны. Так, оп, я думал, на это можно нажать и убежать. Как Dark Souls, ага. Бля, пацаны, вы чё? Я же не убийца драконов. Ну, хотя бы я знаю, где ништяк лежит. Сфокусированной души. Ну, я же не маг, мать вашу. Вать Машу. Ну, с Богом. Твою мать. Ладно. Ну, по-любому сейчас какая-нибудь херня получится. Здесь. А, кстати. Кстати. Туда можно пройти? Ну, наверное. Я перелез. Ай, так, что тут у нас? Что тут? Где костер? Бонфайр. Ау. Заперто. Хорошо. Вернее, плохо. Бонфайр. Знаете, я туда не сильно хочу идти. А, вот оно как, значит, работало, да? И назад быстренько. А то оно еще закроется. Опасная зона впереди. Да правда, чё? Неужели? По-моему, здесь везде опасная зона. Ваша киска в зоне риска, блин. Есть у меня маленькое подозрение. Твою мать! Ты кто? Ху-ху!
Нихуя себе. А ты жесткий. Типа жесткий. Ладно. Спросил я у Ясеня. Нахера себе. Ну? Ты труп, мужик! Ладно, и эта катана уже тоже. Но же! А может здесь мимиков нет вообще? Ну трапа-то по-любому где-нибудь будет. Катаринский шлем. Как-то я прочитал слишком быстро, но может быть и не катаринский. Но судя по всему, здесь будет полный сет. Ну, не будем расслабляться. Где-нибудь по-любому будет ловушка. Большая стрела разрушения, это, кстати говоря, для анорлонского. Угу, анорлонского, ну-ну. Алонского. Алонского. Лука. Большого лука. Те большие. Вы знаете, мне кажется, я играю сейчас на грани, в плане... Где-то здесь явно трапа, но и где-то должен быть бонфайр. Вопрос в том, где? Кусок титанита. Так нужно. Меч. Сечь. Осторожно, ловушка. Fuck me. Да. Ребята. Не надо. Нет, ребята, демократы, только чай. И как мне с тобой биться? А вот так. Ну-ну. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Давай. Давай. Ничтожество. Кажется, мы с ним немножко разменялись. Ну ладно. Самую малость. Осторожная ловушка. Ах, ходи. Ну, а вот эти парни, что ли? Ну, боже мой, Dark Souls, ты не меняешься. Хотя мне нужно быстренько делать тапки. Кушай. Ням-ням-ням-ням-ням. А вкусный помидорчик. Давай. Ты. На безрыбье и уничтожитель катана. Не то, чтобы он сильно много чего делал. Опа. Кандидат в президенты. Незалежный. Видите, как какой зелененький. Там больше никого нет. Оу, what the fuck? Сверху, короче, видение рычаг. Ладно. Ой, ёбаный пиздец, это шмимик. Нет. А вот эта дверь явно открывается. О, ну не мимик. Так ловушка. Ой, уголь вражды. Серьезно? Игра как бы намекает, парень. А не хочешь немножко убиться? Так, твою-то налево. Готов. Так. Сверху. О, серьезно. А вот эта дверь, которая открывается. Кстати говоря, к тому месту, наверное, стоит вернуться. Ну-ка, что тут у нас? Норм, кстати. Отлично. Просто. Изи. Изи вин. Ой-ой-ой. Ай, карамба, чьи ноги я вижу? Я вижу ноги трупа. Трупа в прошлой жизни, трупа в нынешней. Ну или в будущем.
I was an adventurer like you, but then I got an arrow to the knee. Не уж, стрелу в колено он получил. Да, что тут у нас? Кстати, у меня 8 стрел осталось, серьезно? Этого не может быть, нет. Ладно. Сим-сим, салабим. Ты что, шутишь, что ли? Ну хорошо, я не страдаю клаустрофобией, а то... Опять? А справа? Ну, видимо, не справа, а слева, да? Все-таки. Порошок для починки. Кстати, тема хорошая. Блин, вот, знаете, мне начинает становиться стрёмно уже от этой игры. Она меня начинает пугать. Оп. Казачок. Ага. И сейчас такое... А я думал, сейчас стены сойдутся, меня убьют. Ай, ты воняешь. Ну же. Все, не воняй, парень. Угу. Я вижу вас там таких больше, еще больше. Ну, подождем пока. Едак. Ну, тьфу, едак, блин. Едок немножечко испарится и пойдем. Почему бы и нет? Дайте только как-нибудь. Как-нибудь по одному, ребята. Ребята-демократы. Прикольная атака, кстати. Твою мать. Фу. Ага. Ну-ка. Тайная тропа впереди. Так и нет. Открываем. Норм. Хоп. Так, надеемся, не ловушка. Странно. Так, давайте посмотрим еще разочек, что тут у нас есть. Может быть, внезапно где-нибудь есть маленькая какая-нибудь там... Mm-mm. Нет, ребята-демократы, вы не правы. Ладно. Ох. Опа. Кстати, пойду проверю ее. Just in case. Nope. Ни разу. А я, наверное, зря его нажал, да? Сожаление. Мать вашу. Ладно, я понял. Ну, пойдем назад. Вот сюда.
Сукины дети, почему же вас так много? Да пошли вы нахер! Угу. Я не пожалею на тебя 3 стрелы, знаешь. Шука. Щука. Fuck my life. Бля, я что, сейчас от жуков умру? Вы серьезно? Ладно. 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 Так, возможно, я где-то пропустил bonfire, но это уже очень грустно. Знаете, давайте закончим на этом серию и продолжим следующую, потому что, блин, ну... Что-то она затянулась малость. Чуть-чуть, так сказать. Ладненько. Всем доброго времени суток. С вами был HardFM.